так вот с форточкой под мышкой забираемся на лесенку и просовываем форточку половинку. Вот. Чуть-чуть пониже ложим ее, кладем ли. То есть одна лежит уже на уголках, вторая чуть пониже. Для того, чтобы было удобнее засовывать стяжки. Там отверстие есть. Сначала вставляем вот сюда, сразу две стяжки. Протягиваем во вторую форточку. Раз, и укладываем форточку на уголки. Все проверяем. Двойная стяжка. Сначала нижнюю защелкиваем. Со всей дури тянуть не надо. Не надо ведь, да, со всей дури? Чтоб слегка она прижала, на резинке сыграла форточка немножко, и все, и достаточно. Все, форточный блок установлен. Осталось поставить термоприводы. Сейчас подготовка к установке термоприводов. То есть ставится вот такой прогон дополнительный с уголком. На нем прикручен шарик, крепежка для пружины. И сейчас переносим размер. Сколько размер-то от шарика? 36,5. 36,5. Так, вот этот вот размер право-лево, то есть он должен проходить четко под уголком, под вот этой вот гранью. Все, вот сюда сейчас переносим размер 36,5, прикручиваем шарик, крепежку для пружины и все устанавливаем. Так вот он выглядит. Все, то есть размер берется вот от крайнего шарика и до вот этой полки. Сейчас я повыше залезу. Все, цепляем пружину и одеваем термопривод штоком обязательно вниз. Шток смазать маслом и также мазать раз в сезон, да? Форточный блок с термоприводом готов. Кончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда. Шириной 3, длиной 4 метра. Под стекло, на бетоне. Идем смотреть. Как и обещал, дверь алюминиевая. Одна штука, второй торец глухой. Закреплено к бетону все с помощью анкеров. По низу пущен отлив. Красивый, фигурный. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, также есть труба 20 на 40, 20 на 20. Покрашено все полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Для большей жесткости установлены диагональные усилители. Также есть два форточных блока на термоприводах. Стекло держится с помощью системы профилей, база, крышка. Толщиной 4 мм. Вот такая отличная прозрачная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.